Не сопротивляйся, бесполезно. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Простите, Гордон. Углеродные звезды с древними спутниками, которые колонизируют разумные грибы. Газовые гиганты, на которых обитает метеорологический разум. Миры, растянутые на мембранах, где измерения пересекаются. Это невозможно описать. То, что я видел, Брин, тоже не выразишь словами. Геноцид — неописуемое зло. Боже ты мой. Так-так, это же Гордон Фримен. Что это? Положи сюда. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки Алье... Доктор Брин, Уоллес... Да, Джудит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сама. Не в наших силах, лишь одно — убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти их? Ради чего? Илай... Если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть, ради одного из них? Алекс, милая. Папа. Гордон? Нет. Черт тебя побери, Брин, отпусти ее! Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид или дашь дочери шанс, которого не было у матери? Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери, но характер упрямый, как у отца. Ты еще с ним даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин, в худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее, но оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен, это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной пешкой в руках хозяев. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. Не вырывайся. Пап, прости. Алекс, милая. Джудит, что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Да. Охрана, сюда! Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит, доктор Мосман, прости, пожалуйста. Вас. Твое время вышло. Нет. Быстрее! Папа, держись! Дура! Осторожно, он Нет! хочет... Папа! О, нет, не волнуйся обо мне, милая. Нет времени, Алекс, он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Доктор Мосман, Джудит... Присмотри за отцом. Не волнуйся.
Папа, я не прощаюсь. Ни за что. Давай, Гордон, пошли. Молодец. Гордон, мы друг друга мало знаем, но ты не обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж, спасибо, что пришел за мной. Эй, послушай. Вот он. Мне нужна ваша помощь. Жизнь по ту сторону портала невозможна. Смените место назначения. Я не смогу там выжить. Я в роли носителя. Да вы шутите? Я же не могу. Вон он. Ладно, черт с ним. Будь что будет. Поспешите, он почти догнал меня. Вот черт. Черт, только не это! Смотри, что он там оставил. Гравипушка. Да он, кажется, и понятия не имеет. Интересно, куда это он? О, Господи. Это реактор темного синтеза. Он питает устройство квантовой телепортации. Другой возможности не будет. Мы должны остановить доктора Брина. Я не могу его выключить. Похоже, он передал управление на ту сторону. Тебе придется проникнуть внутрь и сделать все, что можно. Быстрее в лифт, я тебя впущу. Не забудь зарядить костюм. Покажи им, Гордон. Но будь осторожен. Частицами, название которых еще не придумано наукой. Быть может, я назову их в вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного забвения. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Что за чёрт? Ой, нет, комбайны. Откуда они взялись? Признаться, не знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своих. Не слушай его, Гордон. Это ненадолго, я полагаю.
ваше безграничное упорство достойно лучшей цели. О, Господи, портал открывается. Еще есть. Время, доктор Фриман. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Чем обманывать вас иллюзией выбора? Я сам возьму на себя эту привилегию, если, когда ваше время придет, пять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю.
Ламар? Ламар! Вот чертовка! Куда она делась? Ламар?